Всем привет! Сейчас будем мотоблоком пахать огород. Почему не вспахали осенью, помешали дожди. И вот пашем сейчас. Завести было проблемно. Может быть, кто-то знает, как заводить мотоблок в минусовую погоду. Есть какие-то методы. Пожалуйста, подскажите. Но пахота идет замечательно. И это нас удивило. После сбора урожая земля была похожая на асфальт. Сейчас минус 10. И земля рыхлая и мягкая. Пашется отлично. Самое проблемное — это его завести. И задним ходом сдавать назад, когда мы закончили полоску. Вот мы закончили полоску. И сейчас будем сдавать назад. Точнее, сдавать назад — это не проблема, а потеря времени. Но это самый рациональный способ, чем с такими фрезами мотоблок развернуть. Под снегом еще есть слой скошенных сидератов, разбросаны листья, компост и перегной. Нам нужно фрезами все это перемолоть. Хотели это отложить на весну, думали, не пойдет. Ну, лопатой попробовали, земля оказалась хорошей. И начали пахать. Посмотрите, как идет мотоблок на второй повышенной скорости. Легко и абсолютно без нагрузки. Видео не ускоренное. Сейчас покажу, как огород выглядел осенью, когда росли сидераты. Вот так оно все выглядело. Хорошо, что сохранил видео. Это октябрь. Сейчас все это под снегом скошенное и высохшее. И мы все это перемолачиваем в почву. Сейчас многие уверяют, что пахота — это прошлый век, что плугом мы переворачиваем плодородный слой в землю. То есть рекомендуется делать просто глубокорыхление для насыщения кислородом почвы. И все остается перегнивать, и плодородный слой остается вверху. Сейчас активно даже набирают обороты технологии нулевого посева, где после уборки урожая вообще ничего, никакой обработки почвы не производится, а сразу же сверху растительных остатков прям сеется пшеница сеялкой нулевого посева. Но это все в промышленном сельском хозяйстве. В нашем случае это не плуг, плодородный слой не переворачивается. Это больше даже не пахота, а мульчирование. Так что результат должен быть хороший. Вот мы и закончили. Так это все выглядит. Огород 10 соток. Ушло на это 1,5 часа. Обработка почвы получилась качественной. Мы довольны. Еще раз большая просьба. Если у кого-то есть способ заводить мотоблок в мороз, пожалуйста, поделитесь. Мне всегда приятно видеть обратную связь, и часто вы подсказываете очень отличные советы. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться на канал, ставьте пальцы вверх, и до новых встреч!